Так, снова всем здравствуйте. Видео о том, как снять механизм личинки с передней двери. Ну, дверь надо разобрать, это понятно. Вон наш механизм. Вот он. И его держит вот такая пластинка. Вот этот зубчик, его не видно. Именно он удерживает этот механизм от того, чтобы он не слетел. Зубчики загибаем. Ну, как это сделать, я не знаю. Я один отломал. Вот. И загибаем вниз, то бишь этот вниз, короче, нижний вниз, верхний наверх, загибаем, и вот эта пластинка выходит. В принципе, все на этом. Ну, там еще тяжка есть, вот ее тоже снять достаточно проблематично, но как только вы это сделаете, все будет в норме. Всем спасибо, до скорой встречи. Видео о том, как снять механизм личинки с передней двери Nissan Kuba, кузов Z10 или AZ10. 2000 год.